подходим к туше. Значит, я переворачиваю керлер, очень хороший приемчик. Обычно керлер делается вот таким вот образом, классический. Мы сделаем по-другому, переворачиваем для того, чтобы приподнять именно вот этот вот внешний уголок глаза. Смотрим вниз. Угу. Так, и я зажимаю. Нормально, не больно? Нет. Все отлично. Зажимаю только внешний уголок, потому что именно их и надо поднять. Если я зажму полностью, то у меня опять будет то же самое, но чуть-чуть приподнято. А мне нужно, чтобы именно только уголки глаз приподнялись. Я делаю на середину, а потом делаю практически на хвостике. Так, еще раз вниз. Не напрягаем глаза. Так. Ювелирная работа. Так, сейчас, секунду, хвостики. От корней бесполезно поднимать, вообще не будет никакого смысла. Нужно именно середину и хвостики, тогда они приподнимаются.